Дело Хремчака было совсем не Хремчак. Цель была его старший товарищ, друг Юрий Луценко. Нельзя приходить чиновнику и говорить, я тебе дам деньги. Президент Зеленский показывает, что действие на него или давление рождает противодавление и противодействие. Вітаємо усіх, хто разом із нами на Політек Онлайн на каналі «Без цензури». Сьогодні спілкуємося з народним депутатом України Антоном Геращенком. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий день. Перш ніж ми почнемо з вами обговорювати тему номер один, яка наразі є в Україні інформаційному просторі, це затримання Юрія Хремчака. Я хотів би вас запитати, в першу чергу, як у радника міністра внутрішніх справ, це дійсно таке питання з інтригою. Арсен Борисович Аваков планує продовжити свою роботу на посаді міністра внутрішніх справ тільки вже в уряді Володимира Зеленського? Якщо президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр, будущий, фамілію якого ми ще не знаємо, предложить Арсену Авакову працювати в кабінеті міністра України, то я думаю, що він з таким предложенням согласиться, ввиду того, що йому є що продовжити з тих реформ, які були початі за останні 5 років. Но на сьогоднішній момент, коли ми маємо монобольшинство партії «Слуги народу» і президент Зеленський має свою точку зрення, то може бути так, як вирішить президент Зеленський. На сьогоднішній момент народ України довірив президенту Зеленському проводить всі реформи в Україні, які тільки може бути. У нього є все, крім конституційного більшості, яке є предметом переговорів. Тому може бути будь-які рішення. І Арсен Аваков може як продовжити роботу в Кабінеті міністрів, так і не продовжити роботу в Кабінеті міністрів. Увидимо це в ближайші 2 тижні. Знову ж таки, є ж така інформація, кулуарна, кулуарна, інсайдерська, не інсайдерська, що навчать Арсену Авакову пропонували навіть посаду віце-прем'єр-міністра з тим функціоналом, що він буде куратором силових відомств. Это слухи. Это слухи. Относительно того, что каким министром оставаться в будущем правительстве, то обговаривались вопросы по Арсену Авакову, по министру финансов Оксане Маркаровой. И идет определенное, скажем так, давление на президента, которое президент не очень ему нравится, насколько я понимаю, это потому, чтобы продолжила свою работу Ульяна Супрун. И также нет единогласной поддержки кандидатуры Ульяны Супрун на пост главы министра здравоохранения и в партии «Слуга народа». Ну, кажуть, що американці тиснуть навіть на Зеленського, щоб він залишив пані Супрун на посаді виконувачки обов'язків. Исходя из того, что мне известно, это действительно так. Но часто президент Зеленський показує, що действие на нього или давление рождает противодавление и противодействие. Ті кандидатури, які наразі є, знову ж таки, в інформаційному просторі на посаду прем'єр-міністра, вас особисто як політика там задовольняють чи не задовольняють? І навіть ті критерії, які озвучив Володимир Зеленський, що це має бути гуру економіки, людина, яка користується повагою на Заході. От ви вважаєте, хто має бути прем'єр-міністром? Людина, яка все ж таки дотична до політики? Я считаю, что премьер-министром Украины должен быть тот человек, который вместе с президентом и с правящей партией обеспечит высокие темпы экономического роста для нашей страны, а именно не меньше 7-8% в год. Почему не избрали Порошенко? Не только из-за коррупции, не только из-за его постоянной попытки выглядеть лучше, чем он был на самом деле. Он за 5 лет думал о том, как увеличить доходы свои, своих компаний, расширять сеть магазинов «Рошен», но он абсолютно не думал о развитии экономики Украины. Если бы Порошенко создал бы экономический рост, ему простили бы многое, в том числе коррупцию. Он этого не сделал. Поэтому президенту Зеленскому сейчас главный вызов – это обеспечить экономическое развитие государства ускоренными темпами. Некоторые экономисты считали, что нам сегодня, чтобы догнать Польшу при темпах экономического роста 3-4% в год, нужно 25-30 лет. Это недопустимо. Польша в это время уйдет далеко вперед. Нам необходим экономический рост 7-10% в год. Это возможно только в случае, если в кабинете министров будет работать слаженная команда технократов, раз. Вторая, это что в нашем государстве будет отход от управления государственной собственностью. Украине не нужны 3500 государственных предприятий, которые сейчас. Например, в той же Франции около 40 государственных предприятий. У нас 3500 – это и конезаводы, и овцефермы, и масса других моментов, на которых получает доход все, кто угодно, кроме интересов украинского народа. Нужна масштабная приватизация, нужно масштабное избавление от коррупционных схем, в первую очередь, в государственных предприятиях. Основная часть воровства и грабежа происходит там. На вашу думку, Коболєв і Вітренко підпадають під той критерій, який ви озвучили, під критерій саме технократів? Наскільки я знаю, кандидатури теж розглядаються Офісом Президента, однако рішення поки ніякі ще не приймались. Вони, безусловно, я взагалі знаю лично всіх кандидатів в прем'єр-міністри, які озвучувалися в медіа, і можу сказати, що всі ці люди – спеціалісти в області економіки. Однако прем'єр-міністрів не готовлять спеціально.
премьер-министрами становятся. Как и президенты. Абсолютно верно. И поэтому каждый из кандидатов в премьер-министра может быть или хорошим, или плохим. Но мы узнаем это только после. Зрозуміло. Повертаємося до Гремчака, тому що ця тема є дійсно такою гарячою. Як відомо, Деснянський районний суд міста Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб Юрія Гремчака. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб до 15 жовтня і визначив заставу в розмірі 6 мільйонів гривень. От, Антоне, з огляду на ту інформацію, яка наразі є в інформаційному просторі, от що ви можете сказати взагалі про стан цієї справи і про перспективи як справи, так і самого пана Гремчака? Цель дела Гремчака была совсем не Гремчак. Цель была его старший товарищ и друг Юрий Луценко. Это не скрывает, в общем-то, и Артем Сытник. И если вы увидите, например, скриншоты с сайта НАБУ, где они прямо заявляют, что они считают, что Гремчак сотрудничал с заместителем генерального прокурора, подозревают заместителя генпрокурора одного из в том, что она якобы помогала Гремчаку в решении вопроса в судах. И конечная цель – это был удар по генеральному прокурору и его заместителю Анжеле Стрижевской. Поскольку не было обнаружено связи между Гремчаком, Луценко и Стрижевской, а уже оперативники НАБУ подвели вопрос передачи денег, то уже задерживали Гремчака и его помощника. О том, что факт такой передачи денег и разговоров про то, что дайте деньги в обмен на некие услуги, решение вопросов был, это есть факт, он задокументирован. Дальше уже в ходе суда и следствия будут определяться, какие улики были получены законным путем, какие незаконным путем. О том, сам ли Гремчак или его помощник пытались найти себе выгоду или им это предложили. В нашей стране до сих пор запрещена провокация взятки. Нельзя приходить к чиновнику и говорить, я тебе дам деньги. Нужно ждать момента, когда чиновник у тебя что-то потребует. Это уже предмет будет рассмотрения в антикоррупционном суде, который, напомню, запускается 5 сентября. Антоне, але тим не менш, і ця справа має певний такий політичний підтекст. Ми ж знаємо, як оці політичні справи, вони дуже часто густо в Україні розвалювалися, як картковий будинок. Ну, ми знаємо о ділі Розенблата, який був 2,5 роки назад вже задержаний, і результат, він до сих пор діла не розглянуто в суді. Є діла Насірова, є діла Мартиненка, є багато інших діл. Артем Ситник, як глава НАБУ, заявляв, що йому мішає те, що в Україні немає чесного антикорупційного суду. З 5 сентября антикорупційний суд починає працювати. Судді антикорупційного суду відбирались при участі міжнародних експертів, которых сложно заподозрить в игре на Порошенко или кого бы то ни было. Поэтому мы ожидаем честных, справедливых решений. Но антикоррупционный суд не должен работать по принципу посадить каждого, кого приведут в этот суд. Задача суда не осудить, а задача установить правду, справедливость. Если лицо, чиновник, брал взятки, нарушал права людей, он должен понести ответственность. А если правоохранительные органы сфальсифицировали какие-либо обвинения, если правоохранительные органы нарушили права человека, то суд должен давать оценку их действиям. На то он и суд. Політичний підтекст цієї справи також і підіграє те, що Юрій Гремчак, ну просто він рвав на собі сорочку, агітуючи за Петра Порошенка, можна сказати, на всіх ефірах, він просто, ну, за нього агітував так дуже сильно і несамовито. От, можливо, моє мнение, це також з цим пов'язано? Ні, моє мнение, що абсолютно ніякого отношення політичні пристрастия Юрія Гремчака к кандидатурі Петра Порошенка не мають, а мають те, що НАБУ и руководитель одного из департаментов ГПУ, господин Горбатюк, который находится в конфликте с Луценко, они это делали в расчете, что будут зафиксированы контакты Гремчака с Юрием Витальевичем Луценко, как с генпрокурором, по поводу решения вот этих вот вопросов, за которые предлагались деньги. Ну, знову ж таки, щодо Луценка, багато хто стверджував, що таким чином і Луценко хотів вислужитися перед новою владою, розуміючи, що він іде зі своєї посади, але ж бачить себе в певних системах координат уже при новій владі. По моїй інформації, Юрій Віталійович Луценко узнав задержання Гремчака і слідство масової інформації. Якщо б Луценко знав, що на Гремчака готується подобного роду операція, то не виключає, що, як люди, знаючи друг друга 20 років, його могли предупредити. Навіть так. Зрозуміло. А от, Антоне, от щодо тої ситуації, яка складається між ДБР та Петром Порошенком. Ми ж чули ту заяву Романа Троби щодо визнання певних положень неконституційних, точніше, певних положень закону про ДБР неконституційний. На цьому наполягають саме депутати від фракції Порошенка. Я могу подтвердить, что да, некоторые положения закона о державной, на Государственном бюро расследования, принятом в ноябре 2015 года, являются неконституционными. В частности, это положение о том, что президент не имел права
создавать комиссию, делегировать туда членов по отбору руководителя ДБР. Таких полномочий у него нет. Второе, что в законе предусмотрено, что после отбора комиссии руководителя ДБР и его замов руководитель назначался через указ президента. Есть 106-я статья Конституции. Там перечисляются исчерпывающие полномочия президента. Там нету ни слова про назначение главы ДБР, и нет ни слова про делегирование членов комиссии по отбору главы ДБР. Аналогичная ситуация, будем говорить откровенно, является законом про НАБУ. В законе о НАБУ тоже написано, что президент давал своих кандидатов в комиссию по отбору господина Сытника, и президент же своим указом назначал господина Сытника. Эти законы в этой части являются неконституционными, и новая Верховная Рада должна была бы их, на мой взгляд, поправить. Все назначения в органы исполнительной власти, коими являются и ДБР, и НАБУ, просто это органы с специальным правоохранительным статусом, должны идти по линии Кабинета министров, а не президента, а не Верховной Рады. Это мы делаем так, чтобы была законность. В целом, когда в мае месяце фракция «Самопомощь» вносила закон о президенте, они нашли 72 закона Украины, где записаны неадекватные полномочия президентов. И причем записаны они были еще со времен Кучмы. Ну, например, у нас президент назначает руководителя погранслужбы, Национальной гвардии. Этого тоже нету в полномочиях президента. Антон, а от скажіть, будь ласка, на 2015 рік, зараз уже на дворі 2019, чому тоді про це почали говорити тільки зараз? Попевно, а дело в том, что когда этот закон принимались, то и законы НАБУ, и законы ДБР, они нужны как таковые. И на 99,99% они полезны. Но есть некоторые нюансы, которые стали результатом политического компромисса. Если бы мы не проголосовали бы за этот закон в редакции, которую хотел Порошенко, то его фракция бы заблокировала эти законы. И мы бы не получили тогда тот правоохранительный орган, который преследует сейчас Порошенко. Так, если мы говорим взагалі про деятельность и НАБУ, и ДБР, то взагалі их деятельность тоді конституційна чи не конституційна, щоб було зрозуміло для наших глядачів? Работа данных органов является законной и конституционной. Есть просто вопросы, связанные с тем, что президент неправильно назначал руководителей данных органов. У него не было таких полномочий по Конституции. Но поскольку это уже было сделано, то на сегодняшний момент их полномочия законны. До тех пор, пока не будет решения Конституционного суда. Мое же мнение, я имею право как гражданин, как депутат, ведь я считаю, что у президента не должно быть полномочий по назначению руководителей правоохранительного органа ДБР, не должно. Ви оцінювали юридичну сторону тих справ, претензій, які має ДБР до Петра Порошенка, і взагалі, якою ви бачите подальшу перспективу цих його викликів до цієї установи? Що буде далі? Яке політичне майбутнє Порошенка ви також бачите? Я би рекомендував Петру Олексійовичу Порошенку, якщо він мене услышить через вашу передачу, не приймати на себе повноваження народного депутата України, тому що по законам жанру з нього будуть все одно знімати депутатську неприкосновенність, його будуть все одно привлекати до уголовної відповідальності, як мені кажеться. І тому взятие на него депутатских полномочий позволит лишь просто, скажем так, осложнить ему уже саму жизнь. Это раз. Что касается дел, которые начаты на Порошенко, их так много, что даже сложно уточнить, каким делам он имеет шанс получить подозрение, каким нет. Дел может быть сотни, тысячи. Любой гражданин может обратиться с требованием зарегистрировать дело на бывшего президента или там депутата, или еще кого бы то ни было. Но необходимо, чтобы был доказан состав преступления. Без этого это дело будет просто закрыто. Их сейчас 10 или 11, поэтому я не имею доступа к материалам данных дел, поэтому мне сложно судить, какие из этих дел имеют состав преступления. Антон, от ви кажете про те, що радити Петру Порошенку не ставати депутатом, не приймати присягу, автоматично не мати оцей депутатський імунітет. Але ж Верховна Рада і представники влади, представники ЗЕ-команди кажуть про те, що одним із пріоритетних першочергових питань, які будуть розглядатися в новому парламенті, це питання зняття саме цієї депутатської недоторканності. Так, вона буде знята. Буде знята? Так. Я уверен, что она будет снята, потому что это должен быть один из первых символов, который сделает команда Зеленского, показав, что мы обещали, мы сделали. Другого пути нет. Если уже команда Зеленского не снимет депутатскую неприкосновенность вместе с Вакарчуком и другими, так сказать, политическими силами, пришедшими в парламент, тогда люди окончательно уже разочаруются. Если вы спросите меня, надо ли полностью снимать депутатскую неприкосновенность, я скажу, что ее надо ограничивать, но не ликвидировать полностью. По одной простой причине. Если депутат не будет иметь никакой защиты от произвола исполнительной власти, то ему можно подбрасывать наркотики, ему можно подбрасывать патроны, а ты по принципу потом
или оправдывайся, или сотрудничай с теми, кто тебе это сделал. То есть в стран, в которых нет вообще депутатской неприкосновенности, можно перечислить на пальцах одной руки. Во всех цивилизованных странах она есть, но там разрешается задержание депутата на месте преступления, то, чего нет у нас сейчас. И мы все помним ужасные истории, когда депутат Лозинский убил человека в присутствии районного прокурора и начальника полиции на охоте, а потом его не могли задержать, и он год скрывался. И вот именно из-за таких факторов есть ненависть граждан к депутатам, совершающим преступления. Я считаю, что можно было бы внести изменения в закон и в Конституцию и разрешить задерживать депутатов на месте преступления, чтобы они не сбежали. Потрібна чи не потрібна депутатська недоторканність? Це питання, яке дійсно хвилює суспільство, тому ми закликаємо наших глядачів активно висловлюватись у коментарях до даного відео. Антоне, от ви не будете працювати у новій Верховній Раді, ви не балотувалися, матимете такий час для перепочинку, для того, щоб проаналізувати всю свою попередню там політичну і депутатську діяльність, але тим не менш, перше питання, чим ви плануєте займатися, а по-друге, от що ви як громадянин очікуєте від цієї Верховної Ради, і що, можливо, вам уже в ній не подобається, з огляду навіть на ті засідання підготовчої групи, які ми бачили? Значит, начну со второго вопроса. Значит, на сьогоднішній момент, поки команда Зеленського не допустила ні одної фатальної ошибки. Тех президентов, которые не совершают ошибок, в мире не существовало. И Линкольн, Авраам, и Рузвельт, и Черчилль все ошибались. Поэтому и Зеленский тоже будет ошибаться. Я пока верю в то, что у президента Зеленского есть желание изменить Украину. Это первый некоррумпированный абсолютно президент Украины. И если он будет поступать с теми людьми из своего окружения, которые будут заниматься коррупцией, тем, что будут их немедленно отдавать под суд, тогда будет ему уважение, и он сможет добиться своих целей. Если же он будет действовать по принципу Порошенко и других, что своим друзьям все, врагам закон, тогда через 5 лет его точно так же будут, у него такие же проблемы будут, как у Петра Порошенко. Ну, а он же не планирует баллотироваться на другой термин? Ну, дело не в том, что ты планируешь, нет. Нужно успеть настроить страну на то, чтобы она развивалась экономически, чтобы она стала безопасной для всех, чтобы в стране было верховенство права, чтобы каждый гражданин знал, что никто не имеет права нарушить его права безнаказанно. Что у нас происходит до сих пор, будем говорить правду, что правоохранительные органы и суды занимаются произволом до сих пор. Это то, что Порошенко не то, что не стал менять, он, наоборот, это использовал в своих нуждах и управлял через то, что давались незаконные указания по задержаниям тех или иных лиц, подавлением на суд. Так вот, президенту Зеленскому нужно все перевернуть. Что касается меня, я буду работать в аналитическом центре Украинский институт будущего, основателем которого я являюсь, и вести программы по реформе правоохранительных органов, судебной системы, а также некоторые вопросы укрепления обороны страны. Я буду рекомендовать и советовать будущей Верховной Раде, Кабинету министров о том, как я вижу путь реформы правоохранительной судебной системы страны. Опыт определенный накоплен, я буду это делать и публично, и не публично. А що очікуєте від цієї Верховної Ради і взагалі яких рішень, на вашу думку, має ухвалити Верховна Рада, наприклад, у такі традиційні перші 100 днів своєї роботи? Я назву так, комплект рішень має касатися наведення порядку в прокуратурі, судах і наведення порядку в економіці країни. Нужно демонополізувати економіку України. У нас працюють компанії, які мають сверхприбилі, і на які антимонопольний комітет закривав очі, робив вид, що не знає. Це стосується і металургії, це стосується і ринку газу, і багатьох інших аспектів. Тому президент і прем'єр-міністр повинні себе поставити за ціль. Кожен рік зарплата граждан должна расти на 10-15%. Каждый год должен быть экономический рост 10% минимум. Открыть страну для инвестиций. Сделать так, чтобы любой прокурор, полицейский, СБУшник, который придет предпринимателю и будет с него вымогать деньги, немедленно как минимум увольнялся с работы, а лучше всего привлекался к уголовной ответственности. Бизнесом должно быть заниматься легко, но при этом те, кто не платят налоги, должны их платить. У нас же еще одна огромная проблема. У нас половина страны налоги-то не платит. Что у большинства предпринимателей есть свой прокурор, свой знакомый сотрудник СБУ, полиции, решает. Судья, который может все решить. Поэтому у нас же многие предприниматели, они хотят, чтобы законы были для других, но не для себя. И это еще один вопрос для, и вызов для президента и будущего премьера. Сделать так, чтобы налоги платили все. Зрозуміло, Антоне, ми вас почули. Антон Геращенко, народний депутат України, був гостем студії «Політек онлайн». Залишайтеся разом із нами, дивіться «Політеку» і вже до зустрічі у наступних ефірах. До побачення.